В эфире новости из Венгрии на канале М1. В студии Алена Миронова. Здравствуйте. О самых главных событиях прямо сейчас. Правительство не позволит, чтобы студенты стали жертвами каких-либо решений Брюсселя, резюмировал Виктор Орбан в своем видеообращении, опубликованном в интернете. Премьер-министр подчеркнул, что студенты едут за границу не прохлаждаться, а учиться. Напомню, несколько дней назад разгорелись острые дебаты касательно программы студенческого обмена ЕС «Эрасмус». Брюссель запретил бы преподавателям и учащимся венгерских университетов, которые перешли под управление фондами, принимать участие в этой образовательной программе. Из-за войны Центральная Европа подвергается серьезным опасностям, но поставки природного газа в Венгрию обеспечены благодаря надежным транзитным государствам, как Болгария. Об этом говорил Петер Сиярта в Софии. Министр иностранных дел сообщил, что в прошлом году Венгрия смогла закупить почти 5 миллиардов кубометров природного газа через Болгарию. И правительство в Софии неоднократно давало понять, что маршрут поставок будет доступен и в будущем. Цель правительства, чтобы родился каждый желанный ребенок, заявила статс-секретарь по делам семьи. По словам Агнеш Хорнунг, даже несмотря на кризис, правительство защитит семейные пособия, размер которых продолжает расти благодаря повышению минимальной заработной платы. Политик также назвала важным стимулирующим фактором и отмену с 1 января подоходного налога для мам до 30 лет, чтобы молодые женщины рожали как можно раньше. Специалисты озадачены. Напавший на полицейского в районе Уйбуда мужчина находился под воздействием наркотиков или же сказалось его патологическое душевное состояние, рассуждал адвокат по уголовным делам Золтан Борбей в своем интервью нашему телеканалу. По словам юриста, если кто-то ссылается на алкогольное опьянение или же на помутнение сознания на фоне употребления наркотических веществ, это является отягчающим обстоятельством. Он также заверил, что принудительное лечение для осужденного хуже, чем тюрьма, потому что система более строгая для лиц с психическими отклонениями. В преддверии приближающегося китайского Нового года венгерская почта выпустила марку с изображением зайца. Ведь покровителем 2023 года в китайском гороскопе станет кролик. В этой связи министр экономического развития Мартун Надь отметил, что Венгрия и Китай всегда разговаривали друг с другом в уважительном тоне. И все мы желаем, добавил политик, чтобы 2023 действительно был годом кролика и нашей жизни была бы свойственна кротость. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Мы ждем вас завтра в это же самое время. От лица нашей команды я желаю вам доброй ночи.